На интернет-аукционы Котовики продали презерватив из овечьей кишки. По разным версиям, датированный 18-19 веком. Исторический артефакт был обнаружен во Франции и ушел с молотка за 600 евро. Эта сумма превысила изначальную стоимость лота в несколько раз. Как пишут британские журналисты, 200-летние презервативы в наше время редкость, их можно обнаружить только в музеях. Также интересно, что длина сделанного из овечьей кишки кондома составляет 19 сантиметров, хотя размер большинства презервативов тех лет не превышал 15. Средняя длина современных резиновых изделий составляет 18 сантиметров. А покупателе древнего средства контрацепции известно лишь то, что он из Амстердама. Как мужчина будет использовать приобретенный ему лот, не сообщается. Считается, что презервативы изобрел в начале 16 века доктор Чарльз Кондом, который изготовил для Генриха VIII средство предохранения из слизистой оболочки кишечника овцы. Самый старый презерватив, сохранившийся до наших дней, находится в музее шведского города Лунд. Он был произведен в 1640 году. По другим данным, презервативами пользовались еще в Древнем Египте. Еще много удивительных, забавных и интересных случаев на моем канале Диковости. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До встречи в новых выпусках.